Одной из ярких страниц современной жизни коренных и малочисленных народов Сибири является их практики возрождения уже угаснувших традиций. К числу малочисленных народов на территории Алтайского края относятся кумандинцы. Ну, коренными мы называем те народы, которые проживали здесь, на территории Сибири, до начала русского освоения этой территории. А малочисленными называем те народы, численность которых составляет менее 50 тысяч человек. Кумандинцы по материалам переписи 2010 года насчитывают менее 3000 человек, поэтому можно уверенно называть их и коренными, и малочисленными народами Алтайского края. Они тоже являют массу примеров попыток возрождения своих уже угаснувших традиций, активно возрождают прошлое, обращаясь к архивным материалам, к музейным коллекциям. И этот опыт, безусловно, очень интересный, сегодня приковывает внимание широкой общественности. В прошлом кумандинцы представляли собой бродячие сообщества, которые перемещались по горно-таежной зоне Северного Алтая, занимаясь охотой, собирательством, отчасти рыболовством, небольшими посевами ячменя и разводили домашний скот. Вот такое комплексное хозяйство, с одной стороны, обеспечивало в суровых природных условиях стабильное существование данной группы, но, с другой стороны, не давало возможности для какого-то качественного роста. И исследователи этой территории начала 20 века обращали внимание на глубокую архаику их культуры. Известные российские и советские этнографы Лев Яковлевич Штернберг и Владимир Германович Погорас в отношении коренного населения Северного Алтая, в частности кумандинцев, выдвинули предположение, что здесь, благодаря вот особой труднодоступной природной зоне, оказалась самая архаичная культура аборигенов Сибири. И для того, чтобы доказать это, сюда направлялось не одно поколение исследователей, ну, собственно, учеников Богораза и Штернберга, которые впоследствии стали крупными известными учеными, такими, например, как Леонид Потапов, Надежда Доренкова, Сергей Иванов и так далее. Собирая вот этот материал, они действительно показали глубокую архаику обществ, которые проживают в горно-таежной зоне Северного Алтая. И особое внимание обращалось на духовную культуру аборигенов, где мы видим действительно очень архаичные элементы, вводящие нас в самую раннюю, ну, так скажем, зарю человечества, к ранним религиозным формам и связанным с ними обрядам. Кумандинцы, как и их ближайшие соседи, наделяли Вселенную, окружающее их пространство, различными духами, от воли которых зависела жизнь людей. Этих духов они делили на чистых и нечистых, которые населяли небесную, земную сферу и подземную. Кроме того, особо почитались духи покровители рода, а также семейные покровители. Кумандинцы, как и их ближайшие соседи, сохранили очень устойчивую, иногда доживающую до настоящих дней, особенность социальной структуры, разделение на родовые группы или сиоки. И у этих сиоков были свои верховные покровители, которые, как правило, локализовывались на небе. И периодически в честь этих покровителей сиоков устраивались празднества. Одни из таких праздников был праздник Тайлга, который представлял собой жертвоприношение коня, особо избранного животного, духу покровителя, покровителю рода. Вот в отношении этого обряда сохранилось очень много устойчивых сведений. Сегодня старики-кумандинцы рассказывают о том, что в прошлом их предки специально разводили таких лошадей, которых никто не мог использовать в хозяйственной деятельности, а только на свободном выпасе.
они находились до момента, собственно, жертвоприношения. И во время самого ритуала собирались мужчины, члены данной родовой группы, и путем удушения забивали это животное, а шаман доставлял душу вот этого жертвенного коня на небо одному из покровителей. Нередко обряд Тайлга сопровождался и еще одним интересным обрядом, который известен под названием Кочакан или Кочаган, Кочукан. Его мы встречаем не только у кумандинцев, но и у их соседей шорцев, некоторых групп телютов, челканцев и тубаларов. Этот обряд, по одним сведениям, мог проводиться в весеннее время и был связан как раз с жертвоприношением коня. По другим сведениям, описанным в середине 20 века, этот обряд проводился осенью после уборки урожая и был направлен на обеспечение плодородия. Ученых, как и других людей, заставших этот обряд, впечатляла эротическая подоплека данного действия. В основе лежали представления о том, что на одном из слоев неба находится мифологический персонаж Кочакан. Его происхождение объясняется несколькими версиями. Среди них упоминается, что в древности был вот на земле такой похотливый человек, которого духи за его распутство забросили на небо, подальше от людей. По другой версии, Кочакан прежде был шаманом, сильным шаманом, который также вот был таким распутным и в наказание тоже оказался на небе. И по третьей версии, Кочакан был рожден от связи, от брака одной из дочерей Ульгени, верховного божества алтайцев, с сильным шаманом, и также оказался на небе. В момент путешествия шамана, когда он доставляет душу жертвенного животного духу покровителя рода, он на своем пути встречает вот этого Кочакана, который не пускает его. И шаман хитростью сбрасывает этот персонаж на землю к людям. В этот момент люди и отмечают свой праздник. Вселившийся в одного из мужчин Кочакан превращается в обычного человека, который одевает маску и ведет себя, как свидетельствовали современники, наподобие возбужденного жеребца. Он изображает агрессию и пытается, ну, как бы такими действиями оплодотворить все вокруг. Вот эту процессию мужчин, которые сопровождают своего соплеменника в маске, описывали многие исследователи. Она может несколько дней ходить по деревням, собирать дань со всех людей в виде продуктов. И по завершении вот этого шествия устраивается общее празднество где-то на поляне, за деревней, где в течение нескольких дней варятся блюда, собираются люди, поют песни, устраиваются другие игры. Вот этот обряд Кочакан привлекает к себе внимание очень архаичными элементами, которые находят параллели в различных частях планеты и свидетельствуют о их глубокой древности. Ну, например, можно говорить о том, что маска, которую одевает мужчина во время праздника, это берестяная маска, встречается очень широко в культуре других таежных народов Западной и Восточной Сибири. Если посмотреть на сам образ Кочакана, персонажа, который сваливается, падает или спускается на землю, то прямые параллели мы встретим и в культурах североамериканских индейцев. Так, например, известный этнолог Клод Леви-Строс в своей книге «Путь масок» упоминает в числе мифов североамериканских индейцев такое божество, которое спускается на землю и бродит среди людей в маске. Обращает на себя внимание и сама вот эта игра Кочакана и шествие подвыпивших людей, которые ходят по деревням, собирают дань. Здесь обнаруживаются явные параллели с древнегреческими дионисийскими культами, из которых, как мы знаем,
зарождается театр. Ну и само завершение обряда Кучакан, как некое театральное действие, вот все-таки заставляет нас думать действительно о сходстве с древнегреческой традицией. Праздник завершается таким длительным песенным состязанием. Мы бы назвали сейчас это битвой хоров, когда две команды певцов встают напротив друг друга и пытаются перепеть друг друга. Некоторые исследователи видят в этом песенном состязании обряды вызывания дождя. Мы же обращаем внимание, что в древних наскальных изображениях в Южной Сибири часто встречаются вот такие парные ряды взявшихся за руки людей. И здесь можно проводить очень широкие параллели и как с точки зрения практик вызывания дождя, так и с точки зрения свадебного обряда, опять-таки имеется отсылка к эротической канве. Со второй половины 20 века праздник Кучакан у кумандинцев перестает проводиться. Многое из духовной культуры утрачивается. Остаются только сведения в описаниях путешественников, в музеях и архивах. Но в начале 21 века кумандинские общественники, которые прилагают большие усилия по сохранению своей культуры, начали активно возрождать разные элементы традиционной культуры, в том числе интегрировать в современную праздничную обрядность вот эти разные компоненты древнего обряда Кучакан. И сегодня мы можем увидеть реконструкцию игры Кучакана. Мы обязательно увидим состязание хоров на таком празднике и, конечно, общую трапезу. Удивительно, как, пережив десятилетия, может быть, даже века, эта традиция, возрожденная сейчас, приобретает новое звучание. Некоторые современные исследователи, которые изучают культуру народов Южной Сибири, современные этнические практики кумандинцев, склонны считать эту традицию квазитрадицией. Но чтобы опровергнуть это чересчур скептическое утверждение, я обращу внимание только на одно. Повторяемая сегодня традиция, пусть даже в форме реконструкции, на самом деле становится новой традицией, без которой жизнь современного народа кумандинцев невозможна. И сам яркий праздник сегодняшний, Кучакан, становится важным элементом современной праздничной культуры кумандинцев. И без преувеличения можно говорить как об особой визитной карточке нашего региона на фоне этнокультурного пространства России.